Здравствуйте, мои любимые и дорогие зрители! Сегодня будет очень коротенькое и очень интересное и полезное видео для девочек. Видео, которое не оставит вас равнодушной. Это будет интереснейший и полезнейший товар из Китая. Сайт AliExpress, ссылочку на сам товар я оставляю под видео. Давайте делать обзорчик. Я ожидала посылку из Китая, ожидала уведомления от Укрпочты, но его все не было. И тут мне пришла смс-ка, чтобы я забрала посылку на новой почте, на отделении новой почты, который находится рядом. Естественно, я ничего по новой почте не ждала, но все-таки поехали вот с мужем и забрали посылочку. За посылку не пришлось платить, и это меня еще больше заинтриговало. Что же там, возможно, какой-то товарный обзор. Но когда я открыла посылочку с пакетом фирменной новой почты, я увидела посылочку из Китая, то есть пакет и еще один пакет. В этом пакетике, что поменьше, находится карандаш, который имеет два цвета с разных сторон. Давайте я вам покажу его поближе. Вот такой вот карандаш, им я уже пользовалась, пробовала. Отлично наносится, мягкий, чем-то напоминает консилер. Это, в принципе, и есть карандаш-консилер. Здесь два цвета представлено. Зеленый такой вот. Прозрачные такие вот колпачки. Здесь вот тоже. И еще вот такой вот цвет. Нюд под тональную основу. То есть вы сможете с помощью этого карандашка замаскировать недостатки кожи, покраснения, возможно, с помощью зеленого цвета. Это очень важный цвет. И когда у меня в консилере закончился зеленый цвет, у меня была паника, поэтому я заказала консилеры. И тут между консилерами в предложенных товарах, которые я заказывала, я увидела такой вот карандашик. И он меня заинтересовал. По цене он от 25 до 35 гривен. Сумма меняется. Вы смотрите на сайте. Ссылочку, напомню, оставляю под видео. Вот, и когда он мне пришел, первое, что меня заинтересовало, это надпись. Она никак не сдирается, не отстает, и это меня радует, потому что есть даже техника определенная, некоторые китайские фирмы или подделки китайских уже, можно так сказать, фирм, возможно, так, на которых просто сдирается надпись, когда ты просто ладошкой потрешь. Но на этом карандашике ничего не слазит, ни надписи не срывается, не отстает, не облазит, то есть в принципе, это уже говорит о качестве. Когда я попробовала, как я уже вам сказала, замаскировать недостаток, я пыталась скрыть вот венку зеленую. Сначала я нанесла зелененький консилер, затем нанесла бежевый, нюдовый такой вот цвет. Также я пробовала веснушки скрывать, покраснения, которые вот от прыщика бывают. Тоже все отлично убирает, и за такую вот цену всем рекомендую, это минимальная бюджетная вещица, которую может позволить и купить себе девочка, любая девочка, начиная от студентки или ученицы до любой богатой, другой классной девки, которая может и купить что-то и подороже, но это средство, которое реально стоит и денег, и внимания вашего. Есть еще представленные консилеры, такие вот карандашки-корректоры с двумя оттенками, нюд и более насыщенный, ближе к коричневому цвет. То есть вы сможете выбрать подходящий для вас, перейдя по ссылке, которая находится под видео. Спасибо, что смотрели мое видео. Надеюсь, этот обзор вам был полезен. И, возможно, именно этот товар, этот карандашик будет фаворитом вашей косметички. До новых встреч, до новых посылок из Китая. Пока-пока!